Здравствуйте! Это «Параллельные новости». В начале недели в Кыргызстан прибыл основатель фонда «Сорос», миллиардер и филантроп Джордж Сорос. Здравствуйте, Джордж! Угощайтесь чаем из моей фирменной кружки. И скажите, зачем вы приехали к нам в Бишкек? Здравствуйте! Да на людей ваших посмотреть и себя показать. Ой, да таких, как вы, знаете сколько? Да нет, конечно. Хочу оказать материальную поддержку своим бедным друзьям. Тогда добро пожаловать. Скажите, а кто ваши друзья? Ну, все те, кто нуждается в моей поддержке. Я же филантроп. В таком случае я тоже нуждаюсь в вашей поддержке. Тогда вы мой друг. И что, дадите мне денег? Мы с вами дружим несколько секунд, а вы уже просите денег. Скажите, как отреагировали наши чиновники на ваш приезд? Ой, да все были рады, и все сходу напрашивались в друзья. Ну еще бы, по вам даже не скажут, что вы миллиардер. В чем ваш секрет? Секрет в том, что по мне не скажешь, что я миллиардер. Так могут ответить только наши начинающие чиновники, которые еще не нарастили брюшной авторитет. А вы ответьте по-другому. Давайте я лучше спрошу. У вас, у кыргызов, есть вода, электричество и даже золото. Почему вы такие бедные? Этот вопрос задает каждый кыргыз и не может найти ответ. Вы воистину загадочный народ. Скажите, вот вы все даете и даете, а вам хоть кто-нибудь что-нибудь дал? Лучшие подарки мне дарит судьба. В конце прошлого века такой подарок мне сделала королева Великобритании Елизавета II. Дорогой Джордж, в знак нашей дружбы дарю вам эту кружку. Спасибо.